Давайте займемся глазами, возьмем круг с углами, с точками 12 и сделаем вот такую фигурку. А потом ее подгоним, чтобы у нас зрачок как бы был вытянутый и вниз опускался. Вот так. Далее выделим и начинаем двигать. Вот так выдвинули чуть-чуть. Еще выдвинули. Ну и теперь, в принципе, мы можем поворачивать как угодно и делать полукруг, полусферу. Нам нужна полусфера. Вот так. Теперь пойдем к самой девушке. Удалим у нее вот этот внутренний полигон. Ну и давайте теперь в этот объект поместим, куда нам нужно. Вот этот вот объект, а нужно его поместить вот сюда. Так, смотрим отсюда. Давайте G внутрь. Вот так поместим внутрь, посмотрим. Так, G вот сюда. И вытягиваем. Так, если мы сейчас этот глазик вот сделаем так, надо сделать его поменьше, это явно. Делаем его поменьше. Так. И подвигаем поближе. Сюда. Так. И смотрим, как он выглядит. Вроде бы ничего. Бог я знает, видите, он тут не совсем слипается, поэтому я думаю, его надо чуть развернуть. Так. И еще раз. G. Сюда. Мне сдается, что нам надо по оси Z. А, нет, не так. Z по оси. S по оси Z. Немножко вытянуть вот так, чтобы они встали на место глаза. Так, стоят. Если мы скажем, это subdivision, что-то это нам не особо что дало. Так, нам надо выделить это сначала, вот это выделить, потом сказать subdivision. Вот так. Ну а в этом все-таки останется, да? Так, все хорошо. Теперь мы идем. Сюда. Нет, мы пойдем, знаете, куда? Мы пойдем сейчас в это. И скажем, что нам нужен новый объект. Вернее, новый цвет. Новый цвет, он будет новый, белый. Просто белый. И скажем, осилим. Так, а вот это мы сейчас выделим. Ну что такое? Слишком много полигончиков. И скажем, что это будет у нас прям такой коричневый, не черный, а добавим новый и скажем браун. И делаем этот браун. Вот такой. Гримасируем. Белый тут оставим, наверное, вот это, да?
И здесь, видите, у нас тут маленькая бяка. Ctrl-R. И сдвигаем ее вот сюда. Так, вот так. Все. Хорошо. Дальше смотрим. Ну, этот нам нужен, чтобы он блестел. Это блестеть, это однозначно. Ровниц убираем. Также у белого спекуляр добавляем. Ровниц убираем. Он должен блестеть. Вот так, правильно, должен уж отражаться там. И смотрим теперь, насколько оно правильно стоит здесь. Так, смотрим. Т, В, Д. Начинаем тут. Так, допустим, поворачиваем немножко. Так. Далее. Вот из этого вытаскиваем. G добавляем сюда. И смотрим. Смотрим, что все нормальненько. Так. Ага. Если мы всем этим довольны, то тогда мы этот объект можем спокойненько тогда его... подождите, ребята, я сейчас посмотрю. Ну, я сейчас Shift D сделаю и подвину вот сюда. Потому что кто ее знает, нарушилась мощь за это время что-то. Или развернуть надо будет вот так, так, так. Секунду. Развернуть вот так, я имею в виду. Вот так. Вот. Да, и еще вдобавок по ротейшн сделать ему. Ротейшн по Z. Опа, оп, 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 оп. Так. И двинуть. Немножко сюда. Тогда мы сможем глаза двигать. Туда, куда нам нужно. Так. И осталось нам ресницы сделать, и вот тут ротик, наверное, надо сделать. Сейчас посмотрим, по времени успеваем, нет? Да, успеваем. Так, давайте мы этим займемся сейчас. Так, а вот это мы пока можем скрыть. Где оно у нас? Вот здесь мы можем начать делать следующее. То есть я возьму сейчас просто полигон. Один единственный полигончик. Так, ну это мы выключим. Полигон возьмем, повернем его. По оси X на 90. И размер уменьшаем. Хорошо. И выдвигаем его вот сюда. По оси Y. Да? Отлично. Далее вручную еще делаем S. Так, S по Z. Так. Далее ставим вот сюда. Смотрим. Где-то так, наверное, я думаю. И сейчас прилепим ее. D. А, G. Вот сюда поближе поставим. И развернем R. Вот так развернем. Да. Это не очень, скажем, как бровь-то, да, получится, если так. Но мы это все сделаем красиво. Мы сейчас поступим так. Мы возьмем
Ctrl-R. Нет, вот это Ctrl-R. Где мы находимся в объекте, где вот. Вот Ctrl-R и скажу вот так 4. Достаточно много будет 4. Ну а теперь долгая-долгая подгонка. Так, пошли. G сюда. Этот сюда. Этот сюда. Этот сюда. Так. Так. Один добавим. Так. Вот так, чтобы более кругло было. Нет, вот так тоже хорошо. Не знаю. Может, нам такие прям пушистые, лопушистые. Но мы всегда можем потом уменьшить, ребята. Правда, да? Главное вот с самого начала так подвигать, чтобы у нас была как бы плавная дуга вот такая. А здесь она сходила на нет. Так, то есть вот так смотрим, видим, что вроде бы как все нормально. Единственное, что надо прижать теперь это все туда, где оно должно быть. Сюда. Смотрим. Здесь вот так правильно все прижалось, здесь правильно прижалось, здесь правильно прижалось, а вот там нет. Опять движуха, 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 пол уха. Так, вот здесь я такой, чтобы совершил еще одно действие. Здесь поуже, а вот тут. Тут мне надо добавить один полигончик. Так, блин. Ну, добавить один полигончик. Вот так где-то. Ну, угу. И теперь тоже скруглить. Так, есть. А далее необходимо посмотреть. Ну, вроде бы как так должно быть, да? Теперь выберем эти все полигоны. И потащим их с помощью Е. Сюда. Так,
И с помощью rotation сделаю вот так. Вот так мы сделаем с помощью rotation. Хорошо. Если мы сейчас скажем modify subdivide, то мы получим то, что и хотели. Единственное, может быть, она большевата, но сейчас мы ее объект вот уфу, ну не знаю, можно, конечно, уменьшить чуть-чуть, но без по игреку или по иксу. Опа. С пиксу и вот сюда двигаем. Такая лестница получится, да? Ну и пусть он такая получится. О чем? Очень даже мило. О, да нет же. Тут посмотрим еще на вот, и здесь сделаем вот что. Ctrl R, да, вот так есть. Готово. Я надеюсь, что у нас мы не переборщили. Могли переборщить. Тогда мы ее сейчас задвинем чуть-чуть сюда. Все-таки она из глаза растет, да? И наверх поднимем. Так будет правильно. Все. Так, хорошо. Нам надо внизу еще такой квадратик, может быть, даже. Так, сейчас сделаем. Ну и сразу применим к ней, посмотрим, что у нас будет, да? Какой у нас материал блык? Да, вот так. Или даже коричневый, своя рыжая такая. Хотя нет. Хотя не знаю. Не знаю. Сейчас посмотрим, если мы убрали дело. Может быть лучше. Да, не так. Не так она уж очень сильно бросается в глаза. Так, тогда вот это. А, ну давайте еще вот здесь сделаем такой. Со временем ты чё? Ух ты, уже 18 минут. Ну ничего. Теперь мы уберем опять Shift A, берем Plane, вращаем его 90 градусов. Вытаскиваем на место. Все, вот сюда, по Y. Ну и ладно, теперь начнем его уменьшать. Оси. S по оси Z. Так, уменьшим. Еще S по оси Z. Так, уменьшим. Давайте подведем. Спереди смотрим.
схитрим, что ли? Попробуем в всяком случае схитрить. Сделаем чуть поменьше это дело еще вот так. Да? Потом вот этот. Пойдем сейчас в модифер. И скажем, здесь у нас есть вот StringWrap. И скажем, объект у нас, это вот этот. Все, он туда прилип. Да? Хорошо. И теперь можем вот сюда поставить его и вытянуть как Е. Нет, вот этот Edit Mode и сказать, что нам нужен Е. Вот так его выделить. Это что у нас получился? У нас получился ерунда-то. Так всегда с экспериментами, это всегда так. Так, ладно. Тогда разделим это на три части. Ctrl-R. Пойдем сейчас сюда. Вот. Ctrl-R на 3. Вот так. И подтянем этот объект, подтянем теперь сюда к ресницам. G. Нет, не это, тут этот объект G. Смотрим сверху. R по Z. Так. Ага. Так. Теперь движуха начинается. То есть вот эта часть движется вот сюда. Эти части движутся сюда и сюда. Смотрим сбоку. Сюда и сюда они движутся. И эта часть тоже движется сюда и сюда. Такая вот движуха. Смотрим. Так, смотрим сверху, тут еще чуть подправим. Так, ровнее сделаем. Все. Лучше, но вряд ли получится. Ну и теперь вот это вот все хозяйство. Вот это вот. Мы его делаем Е и выдвигаем вот так. Вот так, немножко. Так. И после этого делаем модифер surface. И закрашиваем коричневый. Да, кстати, вот здесь-то как раз не надо. Ну, глаз у нас и это одинаковый. Вот проблемка в чем. Поэтому я сейчас переделаю. Я пойду вот это и скажу, что у нас есть black матовый. Вот так. А также я выделю сейчас вот этот и тоже скажу, что у нас black матовый. Вот так. Вот. Вот так.
Далее возвращаем на место наши волосы. Так. И переносим это все поодиночке, конечно. Так, скажем вот так, так и так. И все это имеет объект 3D-курсор. Так. Поэтому после этого нам, конечно, будет легче намного сказать Modifier Mirror. О! А это что это было? Да, еще вдобавок ко всему, я забыл, нам нужно убрать все вот эти, все движухи, какие мы производили, да, и вот это тоже. После этого, конечно же, у нас все будет хорошо, вот так. Mirror встала. Глаз. Mirror встал. Что-то девочка у нас не совсем добрая получилась, да? Я думаю, надо будет уменьшить эти ресницы, а то они выглядят как страшилка. Да нет же, что с тобой? Все правильно, но я думаю, что вот это все-таки мы переборщили. Берем subdivide. Оп, нет, не subdivide надо было убрать, а mirror. Так, и вот теперь вот это немножко уменьшим. Так сделаем. Сделаем, наверх сделаем, и по оси X растянем так. Знаете, ребят, после некоторого раздумья вот эти нижние я удалил. Как бы, смотрите, она становится больной от коронавируса, наверное. Так. Ну и последнее, что мы сейчас сделаем с вами, мы сюда сейчас язычок поставим, да? Сначала надо выбрать рот. Это вот. Надо выбрать. Это
даже это, наверное. Там. Так. И давайте создадим ей новый какой-то цвет. И назовем это вот. Вот. И скажем, базовый колор будет чуть-чуть розовый. И вот такой. Даже я бы сказал, может быть, вот такой. А сюда нам нужен язычок. Как нам его сделать? Как нам его сделать? Нам надо тоже опять взять этот. Секунду. Что здесь произошло, интересно. Вот с этим что произошло, я тут ничего не тронул. Я ничего не тронул. Так, ну а здесь вот это лишнее было, ребят. Назад. Вот эти вот. Только внутренности надо. Внутри надо. Вот так. А снаружи ничего не надо делать. Так. Еще один материал. Интересно, что с кофточкой происходит в этом случае. Я включаю все, да? Ну, кофточка начинает просаживаться. Это вот не есть хорошо. Сейчас мы это выдвинем уже. Вот так. Вот так, все. Так, язык. Последний это язык. Ну ладно, за 6 минут успеем. Мы возьмем сейчас опять, а? Квадратик, теперь куб возьмем. Ага, конечно. И вот убираем и берем куб. Кубик. Не наш кубик. Уменьшаем. Так. Тащим его вот сюда. Где? О, отсюда смотрим. Сюда. Выводим наружу. Уменьшаем по оси. С по оси Z.
до прямоугольничка. Вот. А этот прямоугольничек мы сейчас сразу же вот так возьмем, раз, subdivision. Вот. И он у нас такой превратился в такой. Так, и здесь мы тоже скажем, что объект. Не-не-не. Нам нужен edit mode. Вот. Нам надо сказать, что subdivision. Да? Хорошо. И теперь мы можем с помощью вот этих гвоздиков сделать такой, какой нам нужен. Далее вот этот мы же опускаем, далее этот опускаем, а эти два поднимаем, а этот внутрь, где этого никто и не увидит. Так. И вообще вот это от стоп. Здесь вот это выделяем. И где? Вот так загибаем. И уменьшаем. Вект уменьшаем. Двигаем его туда, где он должен стоять. Нет. Побольше придется делать. Так. Теперь разворачиваем и ставим. Еще поднимаем. Ну, типа такая есть. Ничего не сделаешь. Она такая есть, типа. Ну, все, пожалуй. Чуть покраснее. Вот так. Вот теперь все правильно. Отлично. Ну что, сделали мы с вами чиби? Я думаю, да. Ну, все, на этом мы закончили. Всем доброго, друзья. Еще один этап пройден.